анонс и точная дата выхода нового турецкого сериала «Мой папа – герой». Премьера нового сериала стартует с 14 июня на телеканале Show TV. Сюжет сериала. Угур – смелый, дерзкий и отзывчивый пожарный. Он влюбляется в Нилюфер, сестру своего ближайшего друга Джема, и женится на ней. От этого брака у них рождается дочь по имени Омрюм. Однажды, после того, как Угур вышел из дома, пожар, вспыхнувший в соседнем доме, распространился на их дом. Нилюфер и Омрюм охвачены пламенем. Угур успевает спасти Омрюм, но Нилюфер остается в здании, оно обрушивается. После этого пожара вся жизнь Угура идет под откос. Все члены семьи Нилюфер, включая его ближайшего друга Джема, возлагают на Угура ответственность за ее гибель. Угур уверен, что этот пожар был результатом поджога, но ему никто не верит. Теперь самое большое желание Угура в жизни – найти поджигателя, из-за которого он потерял любимую жену, и вернуть под свою опеку дочь Омрюм. Ёнджа – судебный психолог, назначенный на подробное исследование того, с кем Омрюм следует жить – с одиноким отцом или семьей дяди. Ее назначение на этот случай полностью изменит жизнь молодой женщины. Напомним, премьера нового сериала стартует 14 июня на турецком телевидении. Если вам нравятся турецкие сериалы, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.